Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и я сейчас продемонстрирую вам новинку из каталога номер 13 компании Oriflame. Это двухстороннее пончо, оно такое невесомое, как облачко, и даже просто держа его в руках, я чувствую его тепло и уют, чего уже так будет хотеться в ближайшее время, потому что осень диктует нам свои правила, нужно будет утепляться. И что мне понравилось в этом пончо, то что его можно носить как черной стороной, так и перевернуть вот на такую вот сторону, полосатую, серую, сочетание с таким цветом, темно-серым. Кстати, в каталоге мне показалось, что есть розовая вставка, она действительно есть, но она еле-еле заметная, такая полосочка. Итак, примеряем, как выглядит пончо, то есть это такая большая ткань, разделенная напополам до середины. Мы просто перекидываем это через плечи. Наговорила вам, конечно. Фух, пушинка прилетела. Извините, но это некомфортно. Итак, можно сделать вот таким образом. Получается, что у нас задняя часть закрывает попку. Попку, все будет в тепле. Можно повязать пояс. А если у вас есть цепочка, которую мы приобретали с вами еще несколько каталогов назад, которую можно использовать как ожерелье, как поясочек и как цепочку для сумочки-кланча, то можно сюда просто цепочку это одеть, если по талии пройдет, ну или просто взять какой-то ремень свой любимый и подобрать, и будет просто интересная такая кофточка. Кстати, на работу пришли, скинули, а вечером уходите уже одевая другой стороной для разнообразия. Скажет, вот, пришла в одном, ушла в другом, какая модная. Так, переворачиваем на черную сторону. Можно сделать, кстати, вот это надо будет обязательно отрезать, потому что это некрасиво. Вот так вот заворачиваемся. Можно вырез оставить чуть глубже. Может быть, у вас какая-то водолазочка красивая, чтобы она выглядывала. Да, у кого-то может быть большой бюст, да, естественно, это будет очень красиво. И вот таким образом запахиваем. И тоже можно поддеть поясочком или идти в такое вот разбивание. На самом деле очень уютная штука, и материал мне нравится, он такой прям приятный, очень приятный. Так что желаю вам вкусных покупок в этом каталоге, до новых встреч. Вот еще один вариант придумала, как носить, кстати, пока не отключила видео. Миша мне предлагает сделать вот так вот, ну ладно, не буду. Вот, можно как царская особа, да, скипетр, где моя корона, где мой скипетр. Вот, можно вот так это сделать. Ну, насколько у вас хватит фантазии, так и делайте, потому что здесь, как говорится, нет предела совершенству и нет предела вашим фантазиям. Спасибо за внимание, если видео полезно, с вас лайк. И вам чудесной, теплой, яркой осени. Пока-пока!